Привет, Рамошечек. Здравствуйте. Боссман что-то пытается отправить, но удаляет. Перфекционирует, поди, да? Доводит до перфекционизма свои сообщения. Нет, тут ошибка. О, да лол, серьезно? Зеркальный уровень. Бэп. Сообщение приходит на телефон. Что происходит? Кто вы дротист? Дротите? Упс, это не то, что я хотел сделать. Да ёп. Еще раз. Гол. Пол. Чик не багует. Чайка не багует. Дротист, метатель дротиков. Ну да. Пам. Да чё, в смысле мало? Как еще-то быстрее это пройти? Ну ёпта. Не брать гриб? Нет, брать гриб надо. Иначе, ну... Чика не багует. Чика не багует. Чика не багует. Врезался в лестницу и просто стоя бежал. Ах. С кем поведешься, да? Тау-пу-пу-пу-пум-бум. Гарри Мейсона можно, знаешь, как сломать? Триггера нажимать. Он будет ногой, короче, вилять, знаешь. Охуенно, спасибо. Тут два уровня. Оу. Что? Да за хера там? Там тарапапам. Твою мать. Да етить твою мать, слышь. Да ну. Чё ты делаешь? Виноват Фианов, да.
Мы же это уяснили. В начало вернуться? Чё, блядь? Делал что мне хуй? Бля. Сделали. Перфект, правда, не получил, но он... Бум-б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 ум. О, нет. Этот уровень — это безумие. Здесь надо нажимать только прыжок. Босс, ну, если ты это... Так, ладно. Неважно, это Варзай балуется. Ну а кто? О, ледяной уровень в Excite Bikes, нихера. Так, это то же самое, что с Марио. Это не я. Это не я. Автоматическая турбо. Ничего не нажимаю, просто стрелочки работают. Тара-пара-пара-пара. Турбированный Кавасаки. Дукате. Это не я. Чё я сделал-то? Это я, чё ли? О, нет. Опять триповые уровни. Не. Ла-па-пам. Мне нравится звук. Обновленный. Ну, как будто с эхом с каким-то, что ли, что-то такое прям. Глубокий какой-то звук прям. Найти настоящего и победить? Чё? Это не настоящий. Настоящих?
Окей, вот тот, который слева был настоящий. Вот этот, да. Блэд, нет, стой! Сика. А! Сика. Факапил звук. Все? Все жёг. Так, третий слева выходит. Да, не вон там. Просто внутри игры, скорее всего, дерьмовый эмулятор. Он очень плохой. Если честно. Так, вот тот, что справа. Окей. Да здесь дилей лютый. Просто. Просто лютейший дилей какой-то. Я вчера там с Клуклуленд, короче, так долго мучился, это пипец просто. Ты нихера нормально не работает. Ты что, издеваешься? Да ёб чё творю-то, блядь? Чё? Я сейчас придумаю. Я сейчас соображу. Мать твою. План неплохой. Вот такой вопрос, успею ли я. Да иди ты в жопу, чё так долго, блядь, ходите-то? Письки-дрыськи. Ну, давай, пущ. Ты серьезно?
Да в смысле? Да в смысле? Да ёпт. Хрен с ним. Ой. Чё-то какие-то сложные уровни пошли. Да ну ёпта, слышь. Успел, тихо. Быстрее, быстрее, блин! Заебали. Охуен. Это? А, постман? Спам. Мне всегда одному весело играть. Не люблю на двоих. Слишком много проблем. Так, а что за уровень? 3-3? О боже. Чё? Играть саму с собой. С мохнаткой, ага. Играть. На одного в игры играть. Ну. О боже, что происходит? Чё-то сложно. Так, а ремикс-то между делом заканчивается. К слову о двоих. Что к слову о двоих? Ебать, что? Это не я. Да я видел, что там, да, был два персонажа. Ядерный. Феонор в конце уровня сидит, блядь, с базукой такой большой, блядь. Ебенит, блядь. Ну, он там за замком, его просто не видно. Окей. Немезис? Не-не-немезис. Феонор.
Так, это что-то странное будет. Я слышу. Доброе утро, кстати. Едрить. Ебать. Чё, блядь, за сонары? Чё? Чё за прикол с будильником? Ну, я просто ставлю будильник, чтобы это... Чтобы точно на стрим прийти. Старая привычка. А, надо было монеты собрать. А, это Run Mario Run. О, господи. Твою мать. Куда так сильно ебашишь-то, блядь, не пойму. Вот да некромания! Блядь. Нет, это слишком. Та-та-та-пап. Да, блядь, ты серьезно? Да, блядь, разбегайся, ёпчик, говно. Спасибо. А чё я, можно уже так? Okay. Уи! Окей. Так, это самое сложное будет. Пока что. Зеркально-то, блядь, я что-то не сразу понял, что происходит, блядь, вообще. Хуба! Нойс! Уху! Радужно! Короче, раньше стрим начинался в 9. Жишь. Я все время ставил будильник на 8, чтобы, ну, не дай бог, короче, если я вдруг усну что-то... Не, бывает. Чтоб я это... Кто мне звонил? Кто это? 165. Чё это такое? Чё? Нафиг. Это Юровик. Так, ремиксы один прошли. Все. На все звезды. Окей. Окей, окей. Ремиксы 2. А это будет интересно. Так. А сколько здесь? 25 тоже.
Еще не все открыты даже. Ну ладно. Какая-то розовая зелья. Мистерис Пэссидж. О боже! Чё? Чё? Чё происходит-то? Чё происходит? Чё? Почему я Линк? А ты еще и прыгать что не умеешь или что? Он не умеет прыгать? Да. Весело. Забыли прыжок сделать ему? Только не вниз, спасибо. И как я должен успеть? Я же молоток не могу взять даже. Чего? Какой лудреннер? Чё? Это же Донки Хонг. Не, как я должен успеть-то? А как я должен успеть-то это, ёпта мать? Слышь, игра. Это же невозможно. Без прыжка. Я даже молоток взять не могу. Ты чё, блядь? Чего? Да ничего. Беда. Ну это бред полный. Чего? Ничего. Мог бы этим щитом тяжелым, блять, бочки блочить. Хуин. 10 из 10 просто. Че сложно было прыжок сделать? Не понимаю. Но это реально должно повести люто. Эти бочки, это же рандом. А он прыгать не умеет. Алло, вы ебанутые. Я всегда так звоню разрабам, короче. Алло, вы ебанутые. Ну и все, я труп. Дико бесишь. Да ну это невозможно. Да это невозможно! Какого хера? Ну реально он не стреляет ничем. Не стреляет, не бьет, не прыгает, ни хера не делает. Че за говна уровень? Тут максимум должно прям вот люто фартануть. Вот сейчас. Окей. Твою мать, тихо. Да ну ты заебал. Да, блядь, слышь, как успеть-то? Да, блядь, ну это бред полный, блядь. Какой молоток? Я молоток взять не могу, прыгать не умеет. Сказал же уже, не раз. Чё? Чего? Чё, молоток взять, надо прыгнуть. Да ёбаный рот. Чего вы там чевокаете это все? Чего все не так? Нахер этот уровень существует, мне просто интересно.
То есть тут есть момент, когда можно проскочить. Ну это реально, это должно просто... Звезды должны сойтись. А давай ты бочку вниз кинешь. Спасибо. Кинь бочку вниз, пожалуйста, блядь. Кинь бочку вниз, пожалуйста. Да не так! Блядь, дебил тупой. Нахуй я ресет сделал. Не рандом бочки? Ну да, да. Мудил ты мохнатый, вот ты кто, блядь. Что это, беда какая-то? Да, блять, ну что? Отлично. Если это не три звезды, я убью кого-нибудь. Я не убью никого. Хорошо. Потрясающе. Фух. Что-то прям беда какая-то. Что-то изи после предыдущего. Так, Wrecking Crew. Делаешь.
Какие стены надо сломать? Все, что ли? Потрясающе. Как наверх-то залезть? То есть это было заблаговременно провалом, да? И чё, он не зашел в дверь? Чё? Чё-то бред какой-то. Братан, давай. Это что, тоже считается за дверь? Вы сказали... Что? Вы не говорили лестницу? Один? Чего? Чего? А как еще-то быстрее это сделать? Алло. Чего? Насколько медленнее было в прошлый раз? Чё? Что? Бред какой-то. На 2 часа медленнее. Что они такую разницу дали? Один и сразу 3 звезды. На 8 секунд, а? За 45 секунд до конца уровня добежать? Далеко. Чё это, 8-3? Тут прямая дорога. Смерти с концами со мной. Окей. О-хо-хо! Радужно. Бум-б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 ум. Ты чего там, блядь? Он живой. Спидран пошел, да? Поехали мы дальше. Поехали. О боже, я уже увидел по картинке, что будет происходить. Да вы что, издеваетесь? Я это в жизни не пройду. Или пройду. Хэзэ. Чё-то кверху ногами. Надо было монитор перевернуть тут. Ну, грандмейдж шарит. Ну, нет. Ice Climber! Это игра есть на геймбое? Или это просто фильтр?
Флешбеки какие-то вьетнамские начались, блин. О, грибочки, блин. А чё, есть в этой игре грибочки? Блять, что нахуй, тебе это... Что? Не надо! Не надо виртуал этого, как его? Виртуал боя. Не надо! Не надо! Не надо! Нет! Айс Клаймпер на виртуал бой. Представляешь? Жуть какая. Чё, спидран пошел? 1-3. А, ну это уровень мы знаем. Или нет? Тут грибы. Ой, чё у меня за топырчит, блядь. Мам, верни меня обратно. Чё? Спидран. Я не ел грибочки в этом другом уровне. Нет, нет. Нет. О, нет. Опять. Ты еще прикалываешься? Я, пацаны, отстаньте. Ну, он успел. Севший телевизор. Это надолго. Чё, простите? Ладно, повезло. Повезло. Я была такая игра, да. 11. Окей, поехал. Get the goal. Бу-ру-ру-бум-бум-бу-ру-бу-бум. Что тут происходит? Что тут происходит? Что тут происходит? Тут какая-то ахинея происходит. Что тут происходит? Нихуя, привет, здрасте, до свидания, да ну. У меня никогда такое черно-белое изображение не было на телевизоре. Ну, я, по сути, особо много-то и не играл. Не давали особо. Точно будет. Не дрейф.
Ах ты, сика. Тогда я остаюсь? Что это еще, мать вашу, значит? Что это значит? То есть, если не будет резидент, ты уйдешь? Ты вот такая вот? Блять, нихуя. А что, сегодня Скайрима не будет? Чувствую отписку. Да что, она издевается, что ли, надо мной? Слава богу, не будет Dead Space. Че, по Майнкрафту? Майнкрафт завтра. А что, вам нужен Майнкрафт? Я могу, мне нравится Майнкрафт. Господи, все наоборот. Чё нет-то? Чё нет-то? Майнкрафт топ. Тропы... Блять, я думал это всё. Тут надо было... Тут надо было два круга, ладно. Тра-пара-пара-пара-тра-па-па-па-па-па-пам. Пара-пара-пара-пара-пара-па-па-па-па-пам. Че, правда, зав? Да? Майнкрафт Данжетс. Угу. Сразу. Трип в Питер посмотрел. Автоматы игровые. Какая девчонки, причем автомат оформ. Да. Это у этого. Сиендука, короче. Знаешь такого? Ютубера. Это типа его магазин вроде как. Но я-то не буду задротить. Алло. Книжку с сиськами взяла. Это так похоже на Ичи взять какую-то книжку в магазине с сиськами. Гектрип, да. Чик тоже наркает. Ну чё ты? Отстань! Хватит! Хватит! ППФ! Хватит! Попався! Знаешь, в Metal Gear, короче, в Metal Gear заменить вот этот звук на попався! Это совершенно другая игра будет. Чё, сломать падающую бочку? Круто было. Чё? Ты чё, издеваешься? Так, к лестнице, вплотную. Окей. Монетки собрать? Братаны. Да, монетку. Ну не надо, слышь.
Опять трипы начинаются. Анализ ситуации. Я падаю жопой в пропасть. Хороший анализ ситуации. Нет, зачем? Блять, ладно. Чего у тебя там крутится в голове? Я не знаю. Это чувак нарисовал, когда мы ехали в этот... Как его? В Красноярск, что ли? Не помню. Я просто разукрасил. 20 монет. Блять, нихуя тут скользко. Да что ж ты делаешь-то, блять, остановись. Да ну что? Да куда ты, блядь, несешься-то? Да конечно, я проиграл. Он просто плывет. Я остановить его не могу. Маска. Маска. Помнишь Маска мультфильм? Смотрел его? Там был такой чувак, Преториус. Такая голова. Он мне нарисовал. Чем? Я просто что-то вспомнил. Там отцифрованная версия была. А я ее немного перерисовал. Сука. Бля. Сука. Привет, ребят. Командос. Здесь этот чувак в поезде нарисовал, представляешь? Просто жесть. Мне бы так уметь рисовать. Чё за чувак? Просто левый. А, мы ехали на... На Дельфийские игры. А я ехал, короче, я. У меня кофта такая, короче, с граффити. Спереди была. Это было давно. И что-то чувак, короче, подбежал ко мне, начал что-то это. Типа это, слышь, вот ты что, ты там это, да, ты там это, да, в номинации граффити участвуешь, да? Не-не-не. Я это в номинации телевидения. Такой, а, чё, ладно, здорово. Давай знакомиться, раз уж чё, я хули тут. Ну чё-то познакомились, слово за слово. Он меня на гитаре научил играть. В поезде, блядь, кверху ногами. Ебать, человек талантище просто. Я же левша. Мне неудобно пальцы ставить. Он гитару переворачивал. Показывал, как нужно пальцы ставить. Жесть. И вот.
Мы что-то сели, начали что-то общаться, общались. Они что-то эти скетчбуки достали, начали рисовать. Причем начали рисовать меня с чего-то вдруг. Ну, я таких два рисунка. Один рисунок, ну, вот тот, что вы видели, а второй там портрет. Я не знаю, что они вдруг. Видимо, там освещение было слишком хорошее. Художники, они такие, их тихо поймешь порой. Что-то ни с того, ни с сего начинают рисовать. Хер знает. Колоритную вещь. Калорийную, блять, ага. Да, ебать, это прикол какой-то такой. Сам такой. А, это тоже скроллится. Это не я. Мою. Калорийная личность звучит как оскорбление. Это Варзай. Ест все время. Калорийная личность. Да чё ты ушла-то? Куда ты ушла? Сой. Я же не говорю, что ты пухлая, ну. Я говорю, что ты ешь все время. Это слово калории, знаешь. Бля. Бедный ты. Чего? Ну чего, Варзай, ну чего? Чего? Я ж тебя не обижаю, ну камон. Я не это имел в виду. Ты не толстая. Токсичный чат какой-то, вообще прям беда. Оу, щит! Спасибо. Не успел, ну! Варзай! Варзай, ну чё, Варзай, ну! Варзай! Варзай, Варзай! Варзай, ну чё? Чё? Ничего! Всё нормально, чё ты? Му, хорош! Если это успокоит, во мне больше калорий. Ну. Явно. Сердяшка. Окей. В пару раз, наверное. Па-пара-пам-пам-па-па-па-па-пам. В тебе еще больше? Мечтай, блядь. Игорь. Так, 20 шаров. Okay. О, трип начинается, трип. Ой, что происходит-то? Что происходит-то, блядь? О, боже. О, боже. Ну и шеха какое здесь. Шикарно звучит. Блять. Жуть какая. Во мне больше воздуха, чем... Чего еще? Чего?
Конечно, он не сам это написал. К чему это? А вам что, непонятно, к чему он пишет все время? Первое. Привлечь внимание. Второе. Нейтрализовать психику. Третье. Хочешь продолжение этой истории? Отправь смс на номер 4242. Хули тебе непонятно-то все. СМС с текстом. Бананчик. На номер 4242. Дот удалил. Получить бан? Ты, блядь, вот... Блядь, у меня такое ощущение, что кто-то отправил слово «бананчик» на номер 4242. Внезапно продолжение истории началось. Сика. Я отправил. Бесплатку кинул. Через сайт, блядь, билайновский. Это не я. Да не пали. Ну ладно. Не палил. Гольф с дождем будет сейчас? Хуя. Хуа. Сколько бонусов-то здесь? 25. Ох, ё. Так, ладно, не палю, что там дальше будет. Чука, резик-то? Дай мне игру пройти. Чё ты? Чё ты начинаешь? Дай мне резик в игру. Чё? Чё отстань? Тоже резик жду. Седьмой? Ты? Да? Да не успеешь, да успею я. Какое дальше слово?